Виктория Боня продемонстрировала поклонникам яркий образ. Бывшая участница «Дома-2» надела короткое золотое платье и задумалась, стоит ли ей носить мини. Недавно Виктория отпраздновала 40-летие. Телеведущая заявила, что с позитивом относится к своему возрасту и считает, что сейчас выглядит красивее, чем в 20 лет. Однако звезда забеспокоилась о том, уместно ли ей теперь носить короткие наряды. Боня провела эксперимент. Звезда реалити-шоу облачилась в золотистое мини-платье и устроила фотосессию. Она показала снимки поклонникам. Давайте поговорим про платье мини. Как вы считаете, до какого возраста они могут являться неотъемлемой частью женского гардероба? И есть ли вообще какие-то возрастные ограничения для таких платьев? Или же нет никаких стандартов, пока фигура позволяет уместно их надевать? Поинтересовалась звезда в Инстаграм. Виктория также добавила, что просто не смогла устоять от покупки этого мини-платья, которое красиво переливается, как жидкое золото с перламутром. «Как, на ваш взгляд, мне идут платья мини? Или стоит про них забыть?» – спросила Боня фанатов. Многие восхитились стройными ногами телеведущей и согласились, что она может себе позволить короткую длину. «С такими ногами тебе мини надо носить смело и долго», – заявила журналистка и светская львица Екатерина Одинцова. «Вы очень хорошо выглядите. Лучше многих, кто моложе. Вы конфетка, и поэтому мини вам очень идет. Конечно, носить. Смотрю на Светлану Бондарчук. Она и в 50 шикарна в мини», – высказались фанаты. Недавно Виктория Бони показала трогательное фото с дочерью Анджелиной. Ранее звезда заявила о достоинствах девушек и пожаловалась, что никак не может набрать вес.